Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня наша беседа посвящена Ивану Алексеевичу Бунину. Называется она «Бунин. Жизнь, судьба, творчество». Иван Алексеевич Бунин – знаменитый писатель и поэт, первый русский обладатель Нобелевской премии в области литературы, академик Санкт-Петербургской академии наук. Провел много лет жизни в эмиграции, став одним из известнейших писателей русского зарубежья. Родился Иван Бунин в небогатой дворянской семье 22 октября 1870 года. Затем произошел переезд в имение Орловской губернии, неподалеку от города Илец. О чем нельзя не упомянуть в биографии Бунина. Детство его прошло именно в этом месте, среди природной красоты полей. Начальное образование Бунин получил дома. Затем, в 1881 году, молодой поэт поступил в Елецкую гимназию, однако, не окончив ее, вернулся домой в 1886 году. Дальнейшее образование Иван Алексеевич Бунин получил благодаря старшему брату Юлию, окончившему университет с отличием. Важно отметить, что первые стихи поэта были опубликованы в 1888 году. В следующем году Иван Алексеевич переехал в Орел, став работать корректором в местной газете. Поэзия Бунина, собранная в сборник под названием «Стихотворение», стала первой опубликованной книгой. Вскоре творчество Бунина получает известность. Следующие стихотворения Ивана Бунина были опубликованы в сборниках «Под открытым небом», «Листопад». Значительный отпечаток в жизни и творчестве Ивана Бунина оставили знакомства с величайшими писателями Горьким, Толстым, Чеховым и другими. Выходят рассказы писателя «Антоновские яблоки», «Сосны». Проза Бунина была опубликована в полном собрании сочинений в 1915 году. Осенью 1909 года писатель становится почетным академиком Академии наук в Санкт-Петербурге. Бунин довольно резко отнесся к идеям революции и навсегда покинул Россию. И это одна из самых трагичных страниц биографии поэта. В биографии Ивана Алексеевича Бунина очень много переездов, путешествий. Это Европа, Азия, Африка. В эмиграцию Бунин активно продолжает заниматься литературной деятельностью. Пишет лучшие свои произведения «Митина любовь», «Солнечный удар», а также главный в жизни писателя роман «Жизнь Арсеньева», который приносит Бунину Нобелевскую премию в 1933 году. В 1944 году Иван Васильевич пишет рассказ «Чистый понедельник». Перед смертью писатель часто болел, но при этом не переставал творить. Последние несколько месяцев Бунин был занят работой над литературным портретом Антона Павловича Чехова, но работа так и осталась неоконченной. Умер Иван Алексеевич Бунин 8 ноября 1953 года. Его похоронили на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в городе Париже. Дорогие читатели, отдел обслуживания Центральной библиотеки приглашает вас ознакомиться с творчеством и жизнью известного русского писателя Ивана Алексеевича Бунина. Для вас оформлена книжная выставка «Бунин. Жизнь, судьба, творчество». Мы ждем вас. Всего доброго. До новых встреч.